Вот это вот наш дом. Снимаю на телефон, поэтому качество такое, какое есть. Дом был построен в 1952 году. Вообще, конечно, ничего общего с теми домами, которые вы видели в фильмах про один дома. Совсем не такой дом, как у семьи МакАлистер. Но, тем не менее, я очень люблю этот дом. Он очень маленький, но зато уютный. С другой стороны, это вот все продолжается участок. Там за забором наш внутренний двор. А здесь тротуар, который нам приходится чистить, когда выпадает слишком много снега. Дело в том, что у нас вот буквально соседнее здание от нашего дома, это школа. Она такая небольшая, католическая, но все равно детки там учатся, и нам приходится чистить снег самим. Вот здесь такая тропинка. По этой тропинке мы идем, 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 и между кустами мы проходим прям домой. Вот что вы видите. Да, вы видите нашу собаку, если вы ее, конечно, видите. Вот это такая калитка, она как бы временная, хотя мы ею пользуемся уже 4 года, но она все еще временная. После того, как мы сделаем ремонт, когда обошьем, закончим вот с гаражом, когда то же самое сделаем с этой стороны на доме, когда все это закончится, тогда будут новые перила и будет новая калитка. Это с внутренней стороны так выглядит гараж. И вот такой красивый куст у нас растет. И рядом с этим гаражом мой муж собирается построить беседку. Не знаю, когда мы сможем все это сделать, когда это все закончится, но, по крайней мере, потихоньку мы движемся. Вокруг двора у нас тут живая изгородь. Вы видите, а за ней вот идет забор, потому что все-таки мы своей собаке не доверяем, он может взять и убежать. Такой у нас как бы ненадежный. Вот так все идет, живая изгородь почти везде, ну, не считая забора с соседями. И вот там вдалеке вы видите сарай. Когда мой муж купил этот дом, сарая не было. Он просто заказал, его привезли и установили. А вот здесь у нас маленькие грядки. Все огорожено таким невысоким заборчиком. Сначала мы загораживали от кошек, от бродячих, теперь загораживаем от собаки, которому вообще все равно наплевать на наши грядки, ему без разницы. И вот это вот наш дом с таким большим окном. Когда-то я любила большие окна, а теперь мне нужно такое огромное окно мыть. И поэтому немножко сложно. Но все возможно. На короткое видео я собирала это кино по кусочкам. Короткое видео с разных сторон нашего дома. Вот это вот последняя, как бы четвертая сторона. Как вы видите, забор, везде забор. И вон там впереди это маленькое такое пространство без травы, там будут расти огурцы. Здесь сколько? Три, получается, четыре дерева. Я не помню их название, к сожалению, но муж их посадил как раз, когда только купил дом. Там вы видите стену, это наши соседи. Вот. Такой дом, такой двор, все очень зелено. Птички поют. Вообще, конечно, здорово и тепло.